Волейбольный «Зенит» с победы стартовал в плей-офф Лиги чемпионов. Уже второй год подряд удачным для «Гладиаторов» оказывается арена немецкого Берлина. И если в 2013-м для того, чтобы выявить сильнейшего команду, потребовалось 5 партий, то вот накануне сине-бело-голубые не отдали сопернику ни одного сета. 3-0, 25-20, 25-22 и вновь 25-20 в пользу подопечных Владимира Алекна. Лучшим с 15 баллами у казанцев стал Мэттью Андерсон, а ответная встреча запланирована на 21 января уже в столице Татарстана. Хоккейный «Нефтехимик» вчера принимал на своем льду магнитогорский «Металлург» Дениса Зарипова. Уже на 6-й минуте нижнекамцы вышли вперед, отличился Трутнев. Но в лидерах «Химики» держались только до второго игрового отрезка, после чего по-хозяйски действовать начала уже «Магнитка». Итог 3-5 к финальной сирене в пользу гостей, зато у «Нефтехимика» отличился новобранец Дэн Секстон. И новости из Южной Америки. Экипаж Дмитрия Каргинова выиграл 11-й этап самой престижной ралли-многодневки «Дакар». Но главное, россиянин опередил в общем зачете Жерара де Роя почти на 8 минут. Впереди соперников ждет еще 2 этапа и финиш в чилийском Вальпараисо. Евгений Вневич, «Вести», Татарстан.